С появлением паспорта у Алины появились и новые желания, а главное – возможности для их воплощения. Теперь она может устроиться на работу и отучиться на водительские права. Ну и самостоятельности в финансах тоже прибавилось. Банковскую карту хочу оформить на себя. Сразу пойдешь? Да. А зачем? Во-первых, хочу, чтобы сама оплачивать деньги, сама расходовать. Но паспорт открыл двери не только в банки, но и в вузы, где Алина сможет начать обучение на подготовительных курсах. Ведь у девочки есть мечта поступить в МГИМО и стать дипломатом. Важным этот день стал и для ее мамы. Я очень рада, что мой ребенок получил паспорт в такой торжественной обстановке. Мы целенаправленно выбирали именно такой путь получения паспорта, чтобы воочию оценить важность, что гражданин вступает полностью в свои права. Подготовка к получению паспорта была волнительной. Школьница боялась, что неправильно распишется или что-то еще пойдет не так. Но переживания оказались напрасны. И этот день для Алины стал одним из самых лучших. Это один раз в жизни бывает, 14 лет. И паспорт тоже 14 лет один раз вручают. И причем глава Одинцовского района, безусловно, запомнишь это все на всю жизнь. И будешь рассказывать, я там была. Из рук главы округа документ получили еще 8 учеников разных школ. Приятным бонусом стала также книга об истории государства российского и обложка на паспорт. Андрей Иванов напомнил ребятам, что паспорт – это не только права, но и обязанности, а также ответственность перед обществом и законом. Я уверен, что у вас будет прекрасное будущее, что все вы станете достойными, законопослушными гражданами нашей страны, что вы все знаете историю вашего государства, будете беречь Россию, будете заботиться о России и будете достойным нашим будущим продолжением нашим. У этих ребят есть уникальная возможность войти в историю, ведь эпоха бумажных документов заканчивается, на смену им приходят цифровые паспорта. Такие торжественные церемонии – память на всю жизнь и возможность рассказать о них детям и внукам. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».